члены незаконных армянских вооруженных формирований, дислоцированных на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района. В результате наш военнослужащий, солдат Кязымов Анар Рустам Оглу, стал шахидом. Как сообщает МИД Азербайджана, азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что Армения не выполняет взятые на себя обязательства в трехстороннем соглашении от 10 ноября 2020 года, и незаконные армянские вооруженные отряды до сих пор не выведены с территории Азербайджана. Произошедший 3 августа кровавый инцидент еще раз демонстрирует, что Армения грубо нарушает трехсторонние соглашения, а также подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Это также является показателем неуважения Армении к усилиям международных посредников. Вся ответственность за инцидент на территории Азербайджана лежит на военно-политическом руководстве Армении, которое до сих пор не выводит свои незаконные вооруженные формирования с территории соседнего государства. Будут и впредь приниматься все необходимые меры для обеспечения безопасности территории и целостности границ Азербайджана, говорится в заявлении. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.